Привет всем! С вами Никита. Сегодня мы будем делать еще один ежун. Для этого нам понадобится крепыва, шампунь и сода. Наливаем. Он только это и ешам. Шампунь. И клей. Все. И теперь нужно очень-очень хорошо это перемешать. Все перемешали, теперь добавляем соду. После того, как добавляем соду, лизун должен загустеть. Вот и проверим. Давай еще соды. Этот рецепт мы нашли в интернете. Но этот лизун у нас не получился. Да, лизун у нас действительно не получился. Из шампуня, соды и клея ПВА лизун не получится. Так что не переводите продукты. Это все обман. Очень жаль, что в интернете есть много нехороших блогеров. И они выдают купленные ежуны, как будто они сделали их сами. Вот и мы попались на такое видео, где говорили, можно сделать ежун из шампуня, соды и клея. Теперь мы знаем, что это неправда. И вы не повторяйте наших ошибок. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока. Я снимаю в YouTube.